Друзья, всем привет! На этой неделе у нас новости такие. Я в прошлом влоге говорил, что готовится ремикс на Селену Гомес. Песня Back to You. Back to You. Но решил я его заморозить. Вот по какой причине. Мы готовим очередную кавер-версию с замечательной певицей Лара Рай на «Кукушку». Я уже писал ремикс в 2016 году, кто слышал, на Виктора Цоя «Кукушка», но там, увы, нету вокала. И весь вокал, который я нашел в сети, это какой-то кусочек припева. Я его там использовал, он звучит как будто с какой-то старой грамм-пластинки. Да, это как бы, как сказать, дает такую некую винтажность ремиксу. Но все же хотелось бы полноценную сделать песню, а вокала не было. И вот буквально на днях мы с Ларисой, Лара Рай певица, которая, нашли общий язык, так скажем. Она решила спеть. Я записал минус уже готов. Я думаю, что нас займет это, ну, недельки две. Хотелось бы надеяться. То есть сейчас я жду, когда она уже запишет голос. Так что, Лариса, репетируй, записывай. Минус готов. Потом это все дело сведем, может быть, какие-то корректировки сделаем и выпустим. Поэтому пока что на Селену ремикс не ждите. Он лежит в состоянии процентов 30-40. Он написан, прописан. Да и он мне не очень нравится, если честно. Но пока моя идея только развивается, и поэтому пока я его не вижу. Надеюсь, в будущем я его продолжу писать. А вот буквально сегодня родилась еще одна идея у меня в голове. Записать ремикс на вполне себе классную, замечательную песню моей подруги Ирина Сорокина. Иринка, привет! Песня называется «Крути звук». Кто не слышал, вбейте в поиски Ирина Сорокина «Крути звук». Послушайте оригинал. Запишем ремикс, попробуем себя. Точнее, сделаем для себя очередной опыт. Попробуем сделать хорошую аранжировку к этой песне. Собственно, она и так уже хорошая, но хочется разукрасить ее своими вот этими атмосферными звуками. Все-таки люблю я все такое воздушное и атмосферное. И вот решился. Я извиняюсь, заведу машину. Жутко жарко у нас в городе Ижевске, 32 градуса. Мы спасаемся кондиционерами. Вот такие вот, друзья, новости. Кто-то меня уже спрашивал в сообщении про микс на Виктора Цоя, на группу Кино. Не совсем понял, какой из них он имел в виду. Видимо, уже видели наши комментарии, люди читали, с Ларисой мы переписывались прямо на стенке. И, наверное, уже спрашивают, а когда же, а где же он? Друзья, ждем. Вот сегодня у нас среда. Я знаю, что Лариса записана в пятницу на студию. Там будет петь, пробовать. А может быть, сразу хорошо получится и запишется. Потому что танцы на стеклах записывали прямо, по-моему, она мне говорила 40 минут. Если что, поправь меня, Лариса, в комментариях. За 40 минут записали вокал. И она еще думала, что спела криво-косо, а в итоге это хит, шедевр. Вот такие, друзья. Вот такие новости, друзья, извините. Подписывайтесь на канал, на котором смотрите это видео. Подписывайтесь в группу, добавляйтесь в друзья. Комментируйте, лайкайте, поддерживайте. Это очень приятно всем, и мне, и вокалистам.
всем творческим людям это очень приятно. Если есть какая-то, как сказать, свободная копеечка, можете скидывать, все ссылки тоже в описании. Это поможет развитию, потому что я содержу кучу всяких аккаунтов, они тоже должны быть проплачены, постоянно надо отдавать деньги. Все с меня просят деньги, чтобы творчество, как сказать вам, не было ограничено по количеству. Вот. Приходится платить. Также замечательный, кстати, хотел сказать, сайт SoundCloud. Ну, кто знает, наверное, кто скачет музыку. Крутой, в принципе, сайт международный. Тоже последнее время с меня уже требуют прямо вот так вот слезно денежки, потому что у меня тоже там не премиум аккаунт, и я не могу все творчество туда выкладывать. Мне приходится старые свои какие-то треки, да даже не старые, а вот буквально год там прошел, их удалять, заливать новые. В общем, все это требует каких-то затрат. Что, конечно, тоже не очень приятно, но куда деваться? Вот так вот сейчас творчество у нас продвигается. Ну, спасибо, друзья. Все, ждем эту неделю. Так, не сказал, самое главное. Сегодня у нас среда, четверг, пятница. Так, если у нас кавер откладывается, допустим, на следующую неделю, я так подозреваю, то, наверное, я на этой неделе попробую начать и закончить ремикс на как раз таки Ирину Сорокину «Крути звук». Так что ждем. Всем пока.